Браво! Всем привет! Ребят, просто решил остановиться, увидел талантливых ребят и решил выйти онлайн. Я всегда относился с уважением к талантливым людям, особенно то, что я увидел сегодня. Как бы, ну, меня это очень это потрясло. Значит, плюс. Ребят, вы знаете, то, что произошло сегодня в аэропорту Кишинева, то, что был задержан депутат, Государственной Думы отправили из фракции ЛДПР, с которым мы дружим, с которым у нас есть соглашение о сотрудничестве. Депутата отправили обратно практически сразу. А вот люди, которые были там, артисты, деятели культуры, некоторые герои, значит, людей держали в аэропорту для того, чтобы отправить их следующим рейсом. Ну, что является, машина какая-то проезжает, является просто издевательством, да? И сегодня, пока там Дадон изображает борьбу с плохотником, пока Дадон там кричит на весь мир про то, что он там пророссийский, ребят, Дадон выбрал то, что нравится большинству граждан Республики Молдова, скажу это так, как есть, да, которые как бы, ну, устали там где-то в свое время от комбин Владимира Николаевича Воронина. Дадон занял эту нишу, технично договорился с плохотником, сбили как бы меня, нас снимали с выборов парламентских, вы это помните. Такая же ситуация была с президентскими выборами. И как бы Дадон, он как бы на российских каналах, особенно он кричит, что он пророссийский, на самом деле он проплохотниковский. Вы поймите, сегодня Игорь Дадон, особенно человек, которого поддержала наша партия, то есть сегодня мне стыдно, что мы его сделали президентом Молдовы, мне стыдно за все то, что сегодня происходит. Я говорил много раз, что я буду двигаться вперед ровно столько, пока в этом видят не то, что необходимость, пока как бы все граждане, пока многие граждане Молдовы поддерживают то, что я делаю, поддерживают сегодня нашу борьбу, я иду вперед. И вот выходит этот негодяй, кричит на всю страну, что, оказывается, Ренат усатый бандит. Он не говорил, что я бандит тогда, когда сидел, вот сегодня он там сидит, такой маленькой юной проституткой там, приемная плохотнюка. Также он когда-то сидел, поверьте, и у меня здесь в Москве, да, где он говорил какие-то хорошие вещи, я как бы особо не вникаю, как бы я его поддерживал, кстати, в том числе и финансово. И сегодня он выходит, говорит, что усатый бандит, он может быть президентом только в тюрьме. Телеканалы Плохотнюка это все подхватывают и показывают на всю страну, что Игорь Дадон заявил, что усатый является бандитом, и он ничего хорошего не сделает для Молдовы. Ребят, я всегда говорю прямолинейно, может быть, это как бы не все это принимают, но я привык к тому, что я прямой человек и говорю то, что я думаю, а не то, что хочется кому-то услышать, понимаете? И когда как бы Дадон, люди, которые наши сидели в тюрьме, те, кто его поддерживали, те, кто как бы закрывали глаза на его какие-то там игры с плохотником, все надеясь, что его завтра-послезавтра как бы наступит именно тот день. И как бы вот Дадон уже там божился, обещал, что как бы первым, что сделает, там снесем плохотнюка за несколько месяцев. Он просто обманул, он просто кинул. Сегодня он выполняет команда плохотнюка. Я не побоюсь сказать, не то, что не побоюсь, я вообще ничего не боюсь в жизни. Но Игорь Дадон сегодня это просто, ребята, это просто презерватив плохотнюка, понимаете, вот как сказал один очень уважаемый человек, что Дадон является предохранителем как бы между плохотнюком и всем молдавским народом, который против режима плохотнюка. Сегодня у него было все возможное и невозможное для того, чтобы
стал президентом, собрал людей. Мы избавили от плохотника страну за очень короткий срок. И дальше мы просто шли вперед, понимаете? Нет, он выбрал сегодня для себя фотографироваться в Кондрице, делать куматрии, ездить на встречи с разными международными лидерами. И на этом вся его повестка заканчивается. Когда он выходит и говорит, что усатый бандит и человек, который ничего не сделал для Молдовы, хочу честно и открыто сказать, ребят, вот этот гондончик, он же Игорь, маленький Дадончик, да? То есть я спас сотни детей, я, в отличие от Дадона, закупил тысячи, десятки тысяч квадратов тротуарной плитки. Я помогал детским домам, домам престарелым, я помогал творческим людям, студентам. Я делал все, для того, чтобы отдать долг своим корням, земле, на которой я родился. И в отличие от Дадона, который идет в политику для того, чтобы зарабатывать, дурить простых людей, вот как сегодня он, например, там рассказывает, что вот я хочу встретиться в Москве, сделать цену на газ дешевле для всех граждан Молдовы, это на них отразится и так далее. Почему Дадон не выходит к вам и не рассказывает, что они накручивают еще 100% на той цене, которую Россия определила, ну, стоимость за тысячу кубометров газа? Значит, почему Дадон не выходит и не говорит, что еще столько же накручивают местные буржуи? В том числе буржуи, которых он назначил. Он назначил директором Молдова ГАЗ. Он своего человека-социалиста дал Плохотнюку на должность директором Кишинев ГАЗ. Он сегодня торгуется, чтобы там Гайчук, либо кто-то другой из его родни стал министром обороны. И потом он скажет, ну, президенту положено иметь своего министра обороны там, и так далее, и так далее. Сегодня он занимается тем, что он лично, я уже говорил в предыдущем эфире, что он, извините, правда, обзванивает российских артистов и говорит, я пророссийский президент Игорь Дадон, можно вы для меня споете и так далее. Вообще Дадон там рассказывает, что кто-то ему оплачивает концерты и так далее. Сегодня прочитал одну статью и согласен с тем, что, ну, как бы это та же коррупция. Он не объясняет людям, почему турецкая компания ТИКа, которая, кстати, как он говорит, проводит тендер в Турции, ремонтирует здание президента. Значит, Дадон говорит, что ничего не делал для Молдовы. Пусть посчитает, сколько я потратил денег на все города, где есть наши примары, и на те, где их нету сегодня, да? Сегодня Дадон выиграл два города, Окница и Бричаны. Значит, Окницкий и Бричанский наверняка тут есть. Скажите, сколько Игорь Дадон из тех миллионов долларов, которые ему дает Плохотнюк, потратил на город Окницу и Бричаны? В отличие от этих подонков и проходимцев, я трачу свои деньги, я их трачу по мере возможности. Я не ставил перед собой задачу, так как Дадон, вложить один лей, вытащить тысячу, то, что он сегодня идет. Ребят, вы поймите одну вещь. Пока есть ваше доверие, пока есть сегодня желание у нас с вами что-либо в стране изменить, я буду бороться, я буду идти до конца. А когда выходит этот плохотниковский презерватив Дадон, и кто-то будет говорить, вот усатый как бы оскорбляет там нашего народного президента. Ребят, когда Дадон выходит, вы поймите, он выходит в тех же одноклассниках и на весь мир рассказывает о том, что усатый за столом, там что-то ему угрожал расправой, смертью и так далее. Послушайте, Дадон, он даже Плохотнюку скоро перестанет быть нужен. А человек, который обещал вам ездить без мигалок, человек, который ну просто надулся как куркан, кайфует от того, что он ходит в халате президент, ему больше ничего не надо. Сегодня, поверьте, Дадон, так же как и Плохотнюки, все эти негодяи, они будут рады, чтобы вся страна уехала на заработки, чтобы вы все работали за рубежом, отправляли деньги вашим детям, родителям, дедушкам, бабушкам, для того, чтобы эти подонки имели что грабить, имели что выводить за рубеж. Вы посмотрите на эту морду куркана, да?
То есть это Куркан, он утверждает, что он живет за 10 тысяч лей в месяц. Ребят, даже те, кто зарабатывает 20 тысяч лей в месяц, и те, кто зарабатывает 40, 50 и 100, не живут на широкую ногу так, как живет наш этот полупокер Плохотниковский Дадон. Понимаете? Поэтому сегодня... Сегодня я даже где-то, не где-то, я в Фейсбуке написал, что вы знаете, сегодня чем безопасней, чем небезопасный секс, это чем надевать на себя Дадона, понимаете? То есть вот Плохотнюк взял презерватив от Дадона, натянул, пытается заниматься сексом там по возможности, человек тоже не молодой, понимаете? А Дадона-то в один день прорвет. Вы поймите, у всех презервативов, как бы, вообще все презервативы одноразовые. Дадон еще пока везет то, что Плохотнюк его как бы снимает, там где-то польет кипяточком, там где-то там спиртом продезинфицирует и как бы надевает его еще раз. Но на самом деле, как бы, ну, вы поймите, даже металл деформируется. Не то, что резинки видели нашего... нашего презика, понимаете? Поэтому я внимательно посмотрел то, что он говорил в Одноклассниках. Я не хочу смотреть на выступление Дадона. У меня пишут ребята, говорят, слушай, посмотри, этот Куркан там что-то чешет там и так далее, и так далее. Ну, вышел посмотреть. Вот, посмотрел, всплакнул. Особенно, когда он выходил, особенно он выходит президент, который как будто с лицом человека. Все знают, что он Куркан, но Дадон уже становится Курканом со шкурой свиньи. И когда выходит эта свинья и начинает передавать, вот я выступаю перед вами в президентском зале, и это я в старой резиденции президента, а потом будет новая резиденция президента, которую вот сейчас турки сделают, и я как обещал, и президент как обещал, она будет построена там за... отремонтирована там за внешние деньги и так далее. Ну просто, ну, понимаете, ну, ой, давайте оставим, короче, Куркана в покое. Ребят, надо объединяться, значит, надо объединяться, нужно быть вместе. Есть очень много людей, многие из которых, к сожалению, находятся за пределами страны. Мы должны объединиться для того, потому что через год страны не будет. Куркан сольет, он слил страну Плохотнюку, завтра он сольет ее вторым, третьим, четвертым, вы поймите. Сегодня у него роль путаны, как бы путана, которая как бы, ну, выполняет те секс-услуги, за которые ей оплатили, и на этом его деятельность закончится, понимаете? Поэтому, как он сдулся, так же он и раздуется. А мы, самое главное, должны, те, кто на самом деле хотят что-либо изменить в стране, вне зависимости от политических взглядов, вне зависимости от национальности, ребят, мы должны объединяться, мы должны просто выйти в один день и поставить точку на всем этом бардаке, понимаете? Он выходит сегодня, что вот он грозит протестами, потому что Плохотнюк как бы ему не дал через Конституционный суд провести его референдум. Да, конечно, Плохотнюк и не собирался ему этого давать. О чем вы говорите? Зачем Плохотнюку давать возможность Дадону делать себе пиар на том, что он как бы ну, дал возможность высказаться людям, там то, что переложили на людей кражу миллиарда и так далее. Ребят, мы тоже против всего этого, но мы не участвуем в этих спектаклях дешевых, которые нам организовывает Плохотнюк с Дадоном. Тем более, что пройдет совсем немного времени, и вы убедитесь. Я, Дадон, что-то говорил про протест 24-го. Плохотнюк готовит фильм про мое уничтожение, там примерно связанный с моим уничтожением на 20 сентября. После этого они хотят перевыборы в Бельцах, возможно, досрочные выборы парламента по старой системе. И Дадон, он тихонечко пытается отбелить за счет 2-3 протестов. Потом, чтобы вы знали, у Дадона будут списки люди Плохотнюка, так же, как это было у Воронина. Вспомните парламентские выборы в 2014 году. Вспомните, я в 2014 году кричал на всю страну, что Воронин – это Плохотнюк. Плохотнюк – это Воронин. И так тогда было, и большинство людей в списке Воронина было плохотнюковцев. То же самое будет сейчас, только уже с социалистами. Вы поймите, Дадону дадут 2-3 миллиона долларов, он вообще от своих депутатов откажется, понимаете? Хотя Дадон был
дешевым колхозником, а стал сегодня дорогой элитной проституткой. Сегодня Дадон разговаривает, только упоминает цифры там, в 5-10 миллионов долларов и так далее. Но, ребят, сила правды, правда она одна, и мы обязательно с вами победим. Вижу, спрашивают про протест 30-го. Если наша партия выходит, наша партия выходит и поддерживает все протесты против бандитского режима, который сегодня захватил страну. Поэтому, когда некоторые пишут, что вот усатый в Москве там не возвращается. Ребята, вот была мирная акция протеста перед тем, как Дадон с Плохотнюком позорно, нагло и подло проголосовали на всю страну. Было несколько сотен человек перед парламентом, и наши люди, которых в том числе и били, за что им благодарен, вот их за их смелость, за их порядочность. Все остальные сидели, протестовали в Фейсбуке, в Одноклассниках. Ребят, я поддержу любые акции протеста, ребят, я поддержу все, что приведет к освобождению Молдовы. Но и готов организовать все для этого. Но давайте мы как-то вместе будем в это включаться и будем делать все для того, чтобы снести этот бандитский режим. Значит, плюс я там заметил некоторые вещи в социальных сетях. Очень многие люди являются в друзьях. Вот я выкинул из друзей. Я даже Куркана заблокировал, понимаете, потому что из-за проституции Дадона боюсь, чтобы кто-то не забеременел из наших общих друзей в Одноклассники или Facebook. Ребят, надо их удалять, их друзей, надо их заблокировать. И про этих, и вообще про людей с низкой социальной ответственностью, которым является сегодня наш полупрезидент, полуплохотнюк, полугандон, значит, нужно говорить все меньше. Поэтому всех баним, дружно объединяемся. Я сейчас предоставлю в ближайшее время план, значит, по работе с встречами с нашей диаспорой. Поэтому, ребят, присоединяйтесь. И только вместе мы сможем что-либо изменить к лучшему. А то, что они хотят меня снять с мэра Сбеля, провести там досрочные парламентские выборы и так далее. Ребят, значит, мы можем не просто много, а очень много. Главное, что мы должны быть вместе. Я вас люблю, всем хорошего вечера. Паре фартеров, касант департи девойсен, департи декаса. Ну, под семер гласервичу мы сэмбэт школеджи, шибалцени, шидинкаузала. Кретинештя, кари мяукрят туати проблеми лишь, кари мчарк смеликрез, шакума. Я вой тречи пись туати, импортант встречи с шивой пись тяста. Дяста мир джаманэнти, подурец кусяры кэт мэй фрумаса, ун уикенд кэт мэй фрумас, шасын сигур кэвом эмвинчи. Делайте, пожалуйста, те, кто онлайн, ребят, делайте репосты. У меня единственная возможность через вас доносить правду до всех граждан страны. И плюс вы должны... Вот прям напишите каждый у себя в соцсетях, те, кто могут себе это позволить. Потому что я знаю, что те, кто госслужащие и так далее, они не могут. Ребят, ну не надо стесняться. Вот просто написали тихонечко. Дадон плохадон, там, Дадон гандон, Дадон путана плохотнюка. Все, нужно выносить правду о них на весь земной шар. Для того, чтобы даже кто-то, когда встречается с нашим презиком Дадоном за рубежом, неважно в какой стране мира, чтобы они понимали, что они говорят с презервативом Плохотнюка, и он ничего абсолютно не решает и ни на что не влияет, а только прожирает государственные деньги на свои поездки. Поэтому я вас люблю, всем хорошего вечера. Я, конечно, вернусь, как говорил Владимир Высоцкий. Ну, а с этой шелупонью мы разберемся. Пока. Обнял.